Это пускай так будет. Так. Заходить туда. Ну туда зайди. Пока я тут сниму. Бля. Так. Так. Ну, попробую. Да вот здесь, по-моему. Здесь, так, здесь. Съемку ты разрешаешь? Да, публиковать разрешаю. Все. Вот одно, все это. И начнем. Не торопясь. Как тебе удобно. Все. И ручками так раз ее. Не спеша, как домкрат. Отлично. Еще пару раз. Отлично. А, как ходит тренажер, да? Отлично. Отдыхаю. Тренажерчик, да, ходит туда-сюда. Подладили его. Не торопись. Отлично. Еще разок. Отлично. Еще разок. Ну ладно, отдохни. То есть это было 110. 100, 110, сейчас 120 подвесили. До 150 доходили. Ну, хорошо. Сейчас да, как-то он, вот именно вот этот ход есть. Потому что все там отрегулировали, все убрали там, с рамки, которые... Перед этим я немножко тогда этот опускал ниже, чтобы чуть-чуть увеличить. За этим я стараюсь следить. На два разика. Отлично. Так. Отлично. Отпускаем. Так. Колеса 120. Пройдено. Два телефона у тебя, ё-моё. Да так получилось. Один украли. Пришлось, ребята помогли, купили второй. Вернули первый. Так, 130. Да, уперся. Отлично. Давай-ка еще разок. Хорошо. Второй легче идет. Хорошо. Второй легче идет. Тебе надо сюда лечь ближе. Сюда лечь. Вот так? Еще ближе. Сюда. Сюда. А, вот так? Да, да. О, вот так, вот. А то ты несколько не так даешь. А мне неудобно к пробе. Ну сейчас попробую.
со стороны виднее. Мне так усилия вроде же применяют сейчас. Ты тогда вылазишь сюда. Не торопись. Все, сейчас. Хорош. Хорош. Ну, нормально, да? Ну, нормально. Я старался как бы подлезть под нее, что все. Отдохни. 150? Да, 150 поставили. Не торопись. Такой средний вдох и плавненько пошел. Давишь, 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 давишь. Отлично! Отлично! 150 пошло. Отдохни. Запас был. Чувствовал. Отдохни, отдохни. Посмотрим, как это реализую. Запас был. Отдохни, отдохни. И мощно так. Пошел, 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 пошел. Давишь, 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 давишь. Отлично. 160 есть. Отдыхаем. Отдыхаем. Так, оставляем 120. И сделаешь два подхода. 3-4 раза. Не торопись. Не торопись. О, пошел, да? Пошла работа. Хватит. Отдыхай. Жар пошел. Это хорошо. Прям вот от... Ну, от ушей, можно сказать, отсюда, вот от головы. И вот сюда пошел. Вот сюда. Все сейчас. А в ногах мурашки. Хорошо, хорошо. Прямо в ногах такой мурашки, и это все вибрирует. Сейчас идет вот такое. Хорошо. Еще раз, да. Отлично, отдыхай. Отдыхай. Не, грудные клетки у меня не болят, никогда не болели. Вот. А вот, вот сейчас вот это вот вибрация от ног сюда перешла. Все вот это вот. Хорошо, да? Потихонечку вылаз. Сима. Ну вот я раньше вот так вставал, а теперь уже нога вторая ходит. Угу. И я уже двумя ногами. И вот эти вот упражнения делают. Хорошо, хорошо. Вот, вот оно уже пошло. Так, что у нас там? Тебя да, заходи туда. Так, ремень там я не заметил. Без ремня. Техника безопасности прежде всего.
торопись. Так, где там ты отмечал? Вот она красная, да? Все, приковывайся. И у нас было 250. 250 когда было? 250 было, какой разминочный вес делать? Ну, давай, начнем со 140. Со 140 начнем. Спинка ровненько, ножичками. Пошел. Отлично. Не тяжело? Нет. Давай. Хорошо. Отдыхай. Сорок было, 160. Отдохни. Как почувствуешь, готов и пошел. 2-3 раза, больше не надо. Ножками. Хорошо. Ножками должно быть. Ножками. Хорош. Ну что, не тяжело? А? Нормально. Я на технику сейчас старался. Чисто ногами. Ну и руками тяну. Тут. Руками не надо тянуть. Руки просто привязаны. Ну. В принципе, да. Постоял. Попробуй шире стать. О! О! И теперь спинка ровненькая и ножичками так вот. Ножичками даем. Не, надо. А? Нормально. Угу. А, хорошо. Ну что? 200? 100. 180, да. 200. Ножками упирайся. Отдохни. Отдохни. Торопиться не хочу. Отдохни. И так как бы с ног усилия. И пошло. Пошло. Ножками. О. На сегодня, наверное, все. Хорошо. Да. Прям какой-то действительно азарт был. Что раз оно пошло, раз пошло. Бывают такие тренировки. А сейчас больше в технику. Чувствую. Отдохните, 2 подхода, 140, 3-4 раза и хорош. Ножками именно в ноги усилить, как будто толкаетесь туда. Вот такое впечатление, как вы толкаетесь. Вот тут стоите, толкаетесь туда. Не поднимаете, а именно вот толкаете ногами туда. Толкайте ногами. О, отлично. Вот этот толчок хорошо. Толчочек. О, отлично. Хватит. Отдыхаем. Вот оно.
Вот он, жар и вибрация. Откуда, куда? Сверху вниз вибрация вот по этой мышце. Сейчас. Ну не надо так, ясно, потом покажете. Пульсация, вибрация, вот такая вот. А, что, нет, все, нет. Я думал, еще потом сделаете. О, а, сделаю, я сделаю, конечно. Еще подход. Сделаю. Потому что я готов был раз 7 сделать. Сказали 5, но я остановился, я понял, для чего. Отдохните. И вот сейчас оторвитесь по максимуму, вот хорошо и так. Ножками туда, ножками. О, отлично. Вот так вот. Да. Отлично. О, пошла. Видите? О, еще разочек. Еще разочек. Еще разочек. Вот. Ухо. Что такое? Это подъем 9-й, а как будто вот пустая. И пустая, и оно ткнулось вот где-то в этот, ну, штанок, в ограничитель. И вовнутрь в меня вся ушла эта энергия. То прям вот от станка и в меня внутрь пошло. Это вот хорошо. Этот вот удар, так сказать, 9-й. Хорошо. Оно так вовнутрь ударило. Отвязался. Ага. Отдыхаем, отвязываемся. А вот эта вот мышца, которая забита, она вот сверху так. А ноги тепло было. Жар не тот был, как, скажем, на той тренировке. Такой мягкий. Вот видно, вот эта вот вибрация. Немного погасило. Здесь постарайтесь ноги шире ставить. Вот как шире ставлю, у меня немножко правая. Вот. Ну, более-менее так вот. Чтоб не... Удобненько ложим на спинку, удобно, о, правильно, и не торопясь ножичками туда, вверх, вверх, аж в затылок такое усилие, от пяток в затылок, от пяток в затылок, от пяток в затылок. Продолжаем, от пяток в затылок. Продолжаем. Пяток в затылок. Отлично. Так. От пяток в затылок. Отлично. И еще разочек. Тогда сколько мы делали? До 220 доходили. Но в последнее время 183 раза. Давайте-ка. Отлично. Отдохну. Сколько? 180 сейчас. Отдохну.
Отдохни, надо. Отдохни. 200 я готов. Отдохни, сегодня отдохни. На этот вес. Сейчас. Отдохни, отдохни. Что такое? Вибрация в ноге пошла опять. Пробивает прям. Такая. Угу. Это положительно идет. Положительно. Вот, хорошо. Все положительно идет. То есть, вот, когда я делаю под нагрузкой, тело поет и хочет, чтобы продолжалась нагрузка. Как расслабляю, начинаются вот эти вот не спазмы, а как что-то внутри пробивает такое вот, как, ну, вот показывают, когда вот там лягушки топ подводят, и у меня это вибрирует. Вот примерно такая же вибрация у меня в правой ноге идет. И такая. Не спазмирует, а вот пробивает. И некоторые... А вот в плане энергетическом, то есть вот позанимался, накопил, как бы сказать, энергию, день, два, там, три, хорошо. Хватает вот до следующего занятия вот этой вот легкости какой-то вот этой энергетичности? Уже хватает. Уже хватает. И первый раз, тогда ж я ушел легко, а следующие дни, то есть после тренировки, отлеживаюсь. Угу. Но зато следующий день легкость. Походка, так вот, все это и в теле, нету болевых, нету никаких ощущений. То есть мне и спать на боку было трудно, и на спине. То есть ноги не разъебали же, все время в согнутом состоянии. А сейчас ложусь на спину. То есть ноги... в каком-то спазмированном, да? Да, ноги легко, и на боку раньше спал только на правом. Сейчас на левом легко сплю. То есть вот эти вот ноги, там из-за ног, ложатся легко друг на друга. То есть начинаешь оживать. Да. Ноги друг на друга легко ложатся на боку. А раньше не мог. Ложусь, а она как давит это я. Это какое занятие у тебя? Четвертое? Еще пятое? Нет, уже, наверное, седьмое. Седьмое? А я посмотрю, у меня там все дни расписаны, что как. Все хорошо. Это уже. Удобненько стали. И плавно усилие делаем. Пошло, 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 пошло. Усилие. Даем, 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 даем. Раз, хорошо. Еще разочек. Также даем. Отлично, хорошо. Отдыхаем. Сразу будешь? 220. 200. Да. А еще не делаешь? Я думал, сейчас было 200. Нет. 180 было. Отлично. Ну-ка. Отлично. Отлично, Константин. Отлично. Сразу? Да. Ну-ка. О. Все. Все. Хорошо. Хорошо. Сейчас так. Сейчас вот как сверху вниз. Вот это все. Вот. Позабедренные. Так, 180 было 220. А сколько делали? 220 делали. 220 сделали. Сейчас сделали, да? Да. Повесили. Вернулись. 240. Вернулись. Сейчас. Отдохни. Как будешь готов, скажешь. Я подойду. И вот, знаешь, тут такая особенность. Вот эта вот энергия, она подключается довольно-таки медленно. То есть ты вот начал давить, и она не пошла, и можно бросить. А ты продолжаешь давить, 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 и она так начинает, подключается еще энергия, и пошел вверх. Ну-ка. Начал. Пошел, 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 пошел. Приподнял. Еще хочешь?
Пошел. Сила-то осталась. Я ж почувствовал, что сейчас надо. Так, еще? Не, снижаем. Здесь немного сейчас вот это ж таз ушел на место. Мышцы двинулись. Мышцы немножко дают о себе знать. Ну такое. Не болевые, а как, ну когда мышцы на место стали, там же небольшие разрывы получились. Я так понимаю, как мне еще объяснять. Да пусть такое. Сколько это? 180. 160. Я так и думал. Отдохни. Итак, два подхода сделаешь. Так, знаешь, оторвись. Вот, почувствуй, куда у тебя идет энергия. От стоп туда по позвоночнику. От стоп по позвоночнику в затылок. От стоп по позвоночнику в затылок. О, хорошо. Пошел. Отлично. По позвоночнику в затылок. Отлично. По позвоночнику в затылок. Еще разочек. По позвоночнику в затылок. И еще разочек. Давай. О! Отлично. А, хорошо. А, да. Да, это вот, вот в копчике жар стоит. Да, это. Ух, там печет. Вот это. Пошла, Катя. Отдохни, сейчас еще разок сделаешь. Сейчас чуть это, жар. Отдохни, отдохни. Тут же еще ноги обратно поставить. Хорошо, хорошо. Их вибрации пошли сейчас. Это да. Причем вот этот подъем, тем вот второй, третий, пятый уже легче идут, да. Идут за счет уже его веса практически не чувствуешь. Все это взрывается. Отошел, все? Да. Нормально? Все хорошо. Отлично. Все. Ножки как бы распрямились вот там, в ступнях, они все это. В ступнях нормальненько. У тебя. И не спеша. С пяточек туда, в затылок. Отлично. Давай. Ноги чуть-чуть далековато стоят. Да, поставь как не в пятки. Чуть-чуть. Поставь. Не хотел отходить. Вот так. В пятки. О! Еще разочек. Отлично. Давай-ка. Еще разочек. Отлично, еще разочек. Я в тот, это, опять, как толкнулся в это, и обратно. Фу. Ну, отдыхай, постой, отдыхай. Постой, отдыхай. Все, буду поднимать или все? Все. Все. А я тут. Вот это опять перед этим толкнул в это, куда-то там в тренажер стукнулся. Обратная сила. А тут уже движение уже слабовато пошло. Как. Так что дела идут.
Сейчас поеду 3 дня на природу с друзьями. Хорошо. Вот это вот как раз. Сяду там в свой позу лотоса, ноги под себя. Надо так загоню их опять, и все пойдет. И уже на стуле, говорю, да, еще не 90 градусов, но сижу уже. На этот вешай. Уже сижу, чтобы лежа ногами давить, чтобы продавить еще таз. Да, вот важно вот так хотя бы опуститься, чтобы тебе накинуть. И ты тогда вот начнешь вот здесь вот все это равнять. Я пока стремлюсь, говорю, лечь и ногами толкать. Ну и ногами толкать. Это быстрее получится. А там уже и то. Угу. Перейдем. Пока наклоны эти тяжело даются. Угу. Ну, говорю, вот это та амплитуда, что была. Я же раньше еще к рукомойнику подойду. Одной рукой мог у нас. Сейчас 2, свободно. Ну, это хорошо. Это каждая мелочь замечается. То есть здесь ничего у тебя не поломано, просто вот так вот спазмировалось, да. Сжалось и все. Никаких переломов, не это, вот этот перекос пошел. И за счет этого спазмировалось. Неподвижный образ жизни, 5 лет на стульчике. Угу. Сидел на рынке, торговал. Может, там и встречались, видел меня? Когда проходил, нет? Да я в павильоне у друга. А, в павильоне? Я в павильоне. Да, конечно. Знаете, Бедрович, я первый раз, ну я знал, что вы на телевидении. Не знаю. А я думал, в городе живете, на телевидении. Живу-то в городе, но, говорю, на телевидении знал, что есть такой каменчанин. Но ни одной передачи не смотрел. Как-то это для себя тогда считал ненужным. И очень удивился, когда проходил первенство города по теннису. И вы выиграли его. Газете тогда опубликовали. Вы, а по-моему, в прогрессе проходил. Выиграли. Я, ого! У нас, оказывается, Геннадий Петрович разносторонний. Это. А потом вот это ж с ребятами спросили, что они у меня. Играешь в теннис? Играю. Поехали. Твите. Это братишки. Братишка, да. Я с ним с 2003 года знаком. Тоже. 20 лет. Торговал. О, да. Торговал тогда в продуктовом магазине, тоже продавцом. Но я был заведующий, как бы старший. Я с ним принимал товар, заказывал ему. И это самое. Потом вот этот теннис приехал. А подвижности мало. И со мной особо никто не играл. Ничего там. А некоторых же знаю. А Колю этого знал? Коля? У него тоже что-то с ногой. Коля. Он даже постарше. Ну, может, да? В лицо-то. И это. Потому что я смотрю, там мой однокурсник был. Я фотографию смотрю. Угу. Гена Пивоваров. Да. Это мой однокурсник. Вместе учились в техникуме. Вместе. Ну, общались. Дружить. Нет, хороший знакомый, все. Это он с параллельной группы. Угу. Вот. Тоже. И вот это там. Меня Олег туда, Гусев Горячий, привел. Общие друзья. А там же вот с Юрием Даниловичем познакомился. Этот тоже ж увидел. Вот он. Черноморец Николай. Сейчас, ну сейчас это самое. Пот немножко. Ну так, за лицо знаю, да. Лицо знаю. А лично. Нет. Лицо. У пока сейчас это. Пот немножко глаза. Ну, и сейчас вот это пойду и пойду. Все это. Вот это аж Витя мне. А, что ты это самое? Теннис. Вон, у меня спортзал есть, иди занимайся, на Бубновского. Я там у него несколько дней, несколько раз занимался. Какой Витя? Ну, этот, братишка. Да, а у него есть эти тренажеры? У него тренажеры в подвале стояли.
дома, Бубновского. Угу. Я их таскал. Ладно. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.